Мы вновь в прямом эфире на телеканале «Украина». Это специальная программа, специальный проект, я бы сказал, Тины Кароль и нас. Совместно. Есть ли у войны конец? На этот вопрос мы не можем ответить, даже несмотря на то, что через два дня уже будем говорить, что 65 лет прошло со Дня Победы. И мы все равно продолжаем конфликтовать. Это даже не назовешь дебатировать. Да? Есть в этом реальный конфликт. Тина. Я бы хотела что-нибудь спеть глубокое. Глубокое для души. О солдатах, которые погибли, о солдатах, которых мы вспоминаем, о героях, которых мы вспоминаем в этот день. И которые, возможно, превратились в тех самых журавлей, которые окликают нас. Что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дают нам голоса не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет тени журавли стаи, я поплыву в туманной сизом гле, из-под небес по птичьи окликая всех тех, кого оставил на земле. Порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.